Я не знаю, я первый раз, когда в Сталкера играл, мне что-то он как-то, ну, не знаю. Просто это второй раз, когда я играю в Сталкера. Поэтому я не вдавался вообще ни в какие подробности. Он меня утомил где-то на 12-м, наверное, часу игры. Я помню, что я пришел, мне дали какой-то костюм. Радиационный. И дальше, короче, мне стало настолько впадлу, что я просто пошел к финалу. Но это, я говорю, это было, когда игра, наверное, вышла. У меня еще тогда комп был вообще говнястый. И играть было невозможно просто. Я каждые 2 минуты боялся, что у меня сейчас нахер сгорит видюха. Ну ладно. Вот. Продолжаем. Сталкер — это аббревиатура? Возможно. И это тоже. Возможно. Так, нам вниз. Ну нахер. Ты видел? Ты видел? Чё, блядь? То есть это официально? Scavengers, Transparence, Adventure, Lunars, Killers, Explorers, Robbers. Ну, в принципе, да, логичная аббревиатура. Ты что там слышь, кто это? Какой-то телекинетик ебаный тут сидит, да? По-любому. Какой-нибудь монстр телекинетик. Сука. Бля. Да конус ему на голову оденем. Это что? Что будет? Ну-ка. Блять, ты дурак, что ли? Какой чё, блядь, кидаешься? Заебешь. Летает. Сука. Дому дороги. Что делаешь-то, ну? Дому дороги. Дому дороги. Дому дороги. Дому дороги. Дому дороги. Ну это хорошая аббревиатура. Если примерно так расшифровать ее. Вот он! Вот он! Любимый зритель! Любимый друг, товарищ! Спасибо, Босман, за хвост. Привет тебе. Привет, Азикур! Что? Еба! Добрый вечер. Ты понял, да? Я только что нашел броню, которая, по-моему, лучше моей в разы. К-74-2. Что тут валяется? И самое главное, где тут?
Где? Я ж видел тебя там что-то. А, здесь что-то. Чё? Когда я успел что-то подобрать-то? Ну не. Отсоединить гранатомет. Оп. Чё, много весит? Килограмм 30. Мне тогда не надо. Ну я оставлю эту броню, я ее не буду одевать пока. Еще один. Сука, ты меня не видел. Рискнуть? Ну, чуть-чуть жопу поджарил, да? Бывает такое. Что это? О, Зайбова, Калугин. Коллега, я рад, что вы получили доступ второго уровня. Наконец вы узнаете, чем занимается наша лаборатория. Ваш код доступа 1243. Так, что это появилось на карте? Не понял. Капли? Радиация минус 10, у нас 18. Неплохо. Еще не 1, 2, 3. Я не знаю. А что, пароль какой-то был? Здесь что, я взял, что? Ёх, нихуя! В смысле? Я сохранился? Блять. Не дай бог этого предмета там сейчас не будет. Блять, 600! 600 хп плюс. Ты чё, блядь, игра? Отлично, коллега. 600! Я рад, что вы получили доступ второго уровня. Наконец вы узнаете, чем занимается наша лаборатория. Ваш код доступа 1243. Надо было не ту не брать. Я понимаю, что тут он радиация минус 20, а там было минус 10. Так. Здесь по левой стороне, подожди. Да ну брось, здесь по правой. Ай-яй-яй. Не убьешь меня? Че ты сделал?
там еще какой-то артефакт. Что за хуйня? 600. Ух, ё. Перестойкость, конечно, можно будет убрать. Ну потом, ладно. А, нет, не надо. Блин, если это одеть, тут пулестойкость убавится на 10%. Это херово. Это прям очень херово. Что это? Сколько весишь? 0,8. Это что? Слизь. А, нет, надо оставить. Чего? Чего жахнуть? Дай посмотрим, что там. Это жесть. Нет, уже есть, блядь, тихо. Живой. Спокойно. Спокойно, живой. Фух. Так. Ну главное, вот это на самом деле взял. Это, конечно, охерительно. Но не сейчас, ялпы. Что на новую броню это одевать? Да, вариант есть. Тут пулестойкости маловато уже. Погнали. Что, мать твою, за скрип это, ну? Часом. Ну 5к это не, там не 5к явно. Сына. Чё это за значок? Бля, подожди, а какой пароль-то был? Что? А я не помню. Журнал. История. 1, 2, 4, 3. Блять, сложно. Подожди. 1, 2, 4, 3. А что случилось с 0513? Ну. Это мистер Скелетон. Не. Просто по плану. Иду. И деньги были не особо приятными. Он что-то тоже что-то тупит. Вайт. Проверить бы еще этого ведьмака. Что за хунай? Что за летающая молния? Хорош там, слышь? Ай-яй-яй. 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 Чё это? Ты куда? Что? Не надо. Не надо. Слышь, не дури. Кто там? Мама. Блять, иди нахуй. Ты где ты, блядь? Ты чё, с ума сошла, что ли? Игра, блядь. Что, блядь? Так, вон. Что-то пометилось на карте. Да иди ты нахуй. Кто здесь?
Ты, мать твою, сука, ты чего? Чего, блядь? Кто это? Кто это? Что это за хуйня? Кто ты, блядь? Чё это за горилла? Из ордена, сука, сбежал по-любому. 1886. Ситуация похожая. Где ты? Где ты, где ты? Ну? Ну где ты? Чего, блядь? Давай еще сквозь стену, блядь, будешь пробивать. Куда пошел? Чмундий. Отношения нейтрал, да. Ну теперь-то уж точно, да, нейтрал. Обосраться, как нейтрал, но он ко мне относится. Рисалфан. Коллега, напоминаю, что вы с завтрашнего дня приступаете к обслуживанию резервуаров в центральной лаборатории. Необходимо проверять их с периодичностью в 2 часа. Обо всем докладывать мне лично. Код доступа к центральной лаборатории 9524. Страшно врубай. Сейчас, подожди, я сейчас вырублю. Сейчас еще раз меня кто-нибудь напугает, и я, блядь, обосрусь. Спокойно. Спокойно! Спокойно! Там в истории есть еще. И что это за место? Нахуй я сюда пришел? Стоп, у меня ящик. Мама. Мама. Не. Хотел сказать, не смотри на меня так. Тихай! Тихо, что ты паникуешь? Ты паникуешь, я начинаю паниковать. Слышь, завязывай. Что это было? И кот-то проснулась. Эй, товарищ, что у тебя со зрением вдруг стало? Да, ну вас не чешись. Что за говно? Какие-то опыты здесь.
Кто это? Что это? Я не знаю, у меня нет желания. Да ну алло, 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 алло. Хорош. Там на столе что-то надо взять. Все документы барм. Ну я бы на рот, дай уйду. По-братски, блядь. Сука, не трогай. А вы не трогайте меня. И задавайте мне вопросы. Зря. И зачем к маме я приехала домой? Чего это такое? Сумка? Блять. Ядрить они дамажут. Ядрить просто они дамажут. Это что за оружие? Я понимаю, что да, и у меня перевес, все дела. Это так не весит нихера. Так, научное. С ранениями и радионуклидус. Так, от радиации лечит, короче, еще просто лечит. Так. Надо пол кило куда-то деть. Не хочется что-то выкидывать всякое. Вообще вот это надо было бы выкинуть. Ну ладно. Как уйти-то теперь? Я думаю, здесь куда-то дальше надо. Придется как-то по волшебству убираться отсюда. Да подожди, а надо же как-то назад вернуться, алло. Дверь не поддается. Ты серьезно? Стоять. Точно дверь не открывается? Сторонним в. Угу. Патроны, патроны, патроны. Шутки от года. Сколько хотите сбросить? Ну, килограмм 10. Можно руку отрубить. Да? Сука, ну серьезно, где выход-то, блять, алло? Он не хочет дверь открывать. Ту. Что-то удерживает дверь. Да я в душе не могу как его убить. Если вот он держит дверь.
Да ты заебал, блядь. Да что ты все заклиниваешь-то, блядь? Сука. Да ну конечно, блядь. Хватит сжечь мне жопу, ну! С дороги нахуй. Да отъебитесь от меня, ну. Включи, блядь, дождь какой-нибудь. Потуши нахуй здесь все. Вот я примерно так же выглядел. Примерно так же выглядел, когда первый раз играл в этой локации. Бо! Просто, блядь. 3 метра сохранения, 3 метра сохранения. Группа 3, главный зал. Мать твою. Военный, что ли? Слышь? Не надо военных. Не надо военных. Я блин. Тебе конец! Не твою получай! Притархимон. Вполне себе мог откинуться там. Ты приплыл. Нет, ты приплыл. Сейчас опять Леонид. Опять будет это мое состояние, когда меня бесит все, что связано с новым фильмом. Чё за сложность? Чё они такие крепкие? Новичок. Новичок. Каждый раз, когда кто-то начинает хайпить какой-нибудь фильм... В смысле? Я не сохранился? Я упоролся? Я упоролся, походу, ребят, я не сохранил игру. Охуеть, серьезно? И автоматом она не сохранилась, да? Схипись, блядь. Огонь. Где документы?
Амасубава. Амасукива. Амасубава. I'm gonna make it, make the Спокойной ночи, Варвара Никитична. Стрёхли. Можно это скипнуть? Мы же это уже смотрели. Нет, надо смотреть. Мне не понравился этот пол. Первый. Насчет второго не знаю. Ну, я сомневаюсь, что он мне прям зайдет, прям так охереть как. Стрелок! Шон! Группа 1 и 2, проверить первый этаж. Группа 3, главный зал. Четвертый. Это не флешбеки, мне кажется. Хотя, может... Может, это будущее. Я не знаю. Ну, я склоняюсь к тому, что это может быть будущее. А что конкретно в нем не понравилось? Ну, он какой-то... Хуй знает, скучный. Вот тебе! Да хорош заедать-то, бляха. Да хорош! Не знаю, он как этот, как его, этот Дэдпул, как ремейк этого, как его. Вспомнить все. Ты вроде такой смотришь, тебе вроде интересно, как начинается последняя, тревога! Так сказать, глава. Ты просто засыпаешь из-за того, что настолько все скучно сделано. Настолько неинтересно. ЭХЗ. У меня такое было какое-то. Впечатление от Дэдпула первого. Какая научная аптечка? Ты нахуя научную аптечку-то юзанул? С ума, блядь, что сошел? И чё? Давайте вы не будете сейчас сидеть и спойлерить, короче. Кто кого там знает, кто чё, блядь, мне расскажет сейчас. Не надо так делать. Кто-то, невозможно, не видел эту игру. И кому-то, может, интересно. Так, подожди. По левой стороне, да? Нахер. Ух, фак. Блин, проскочил. Неважно, игровой, не игровой. Чё? Как так вышло, что я опять сюда пришел? Блять, игра хорошая.
Подожди, мы как будто отсюда же пришли, нет? А, дверь вот открылась. Все понятно. Лестница, другой этаж. Вай-вай-вай. Так, берем. Так, подожди. Этот чувак здесь... А, вон. Кинуть локацию. Да. База, я 034. Мы над точкой. Понял, начинайте работать. Это не к добру. 032. Набрасывай свои на крыше. 032 принял. На крыше, так на крыше. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи. Я тебя не вижу. Стань. Да ты, блядь, сдохнешь сегодня, нет? Заебал. Где ты? Ты чё, блядь, Копперфильд ебаный? Слышь, Копперфильд? Ты как, куда ушел-то? Во, блядь, дает. Вот это хорошо. Ты чё, блядь, издеваешься надо мной? Да какого, блядь, слышь? Пиздец, всех заново валить. Я ебал. Когда ты к ретро вернешься, догадайся. База, я 034. Мы над точкой. Понял, начинай работать. 032. Набрасывай своих на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше, так на крыше. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться на ней, но будь осторожен. Удачи. Thank you.
упал, нет? Упал. Бегает где-то. Мы же вчера нашли этот короче, выносливость плюс 109 после трипа на ТГ и ТГ. Что такое ТГ? По настроению чика. Че, не хочешь вести плату на тупые вопросы? Зачем? Они ж тупые. Я же боссмана оставлю без штанов. То что? Хотя он начнет читерить, короче, он это начнет писать вопрос, но знак вопроса не поставит в конце предложения, сука. А? Этот боссман. А? Хитрец. И все поняли, о чем речь, да? Все поняли, о чем речь, да? Сука, стебетесь надо мной, да? Привет, Кристал. Высадка на крыше? Да ты чё, дурак? Ты прослушал? Повезло тебе, Леонид, что ты прослушал. Ебать, вот это я сейчас зря сделаю. 100 пудов. Нет, живу. Это очень странно сделано. Да ну, блядь, сука, что ты подбираешь всякую хуету? Заебешь, блядь. Так, надо вернуть. А, пошел нахер. Надо чуть-чуть подскинуть этих... Вот этих антирадиационных препаратов подскинуть их, что 10 в магазине продам еще. Это Unbraid Dreams. На странице же их сейчас стоит смотреть, да, стоит.
Это как случайный шпион фильм. Только такой, ну, более тяжелее. Современный Джеки Чан. Где ты, сука? А? Ты живой, что ли, еще, блядь? Рон-рон-рон! Бип-бип! Привет, Артём. А, не надо за мной лететь. Вернулся за наградой. Сейчас, подожди, я куда-нибудь финчу. Это не опасно? Внимание, это кто? Противник. Чего? А ты кто? Что это? Не убиваемся. Кто это? Кто это? Где это? Блять. Да ну, сука, тихо. Койот ебаный. Да ну хорош заклинивать, блять. Пиздец, что с оружием, блядь? Каждые 2 секунды заклинивает. Оно уже, блядь, наебнулось, что ли? Да, блядь, тут больше половины. Привет, Миша. Мишка. Мишка. Блядь, игра, ты угораешь надо мной? Я серьезно, я вот этого не понимаю. Ну, на кой ляд ты, блядь, используешь желтые аптечки? Они же, блядь, радиацию сжигают. Ты пиздец какой-то, что за бред? Он сейчас взял мне все антирадиационные аптечки и сожрал. Это нормально? Просто охуительно. Нет, чтобы, блядь, обычную юзать. Обосраться просто. Марко! Наркоман. А зачем мне сюда-то идти? Выбраться через южные ворота? Зачем? Мне же нужно это. Мне же надо к бармену. Стоп. Они как-то соединены, может? Да не думаю. Ну давай дойдем, посмотрим, куда это нас приведет. Что вы делаете? Ничего. Сталкера играем. Нормально, собаку впустили. Видел? Это страшно. Это страшно. Не надо мне говорить, что мне делать. Я все равно не буду этого делать. Где? Лук, фабрику зачистили. Выдвигаемся на исходные позиции. Где? Конец связи. А? Не понял сейчас. Вот это, блять, магия. Хуяся. Подожди, мы в начале, что ли, оказались? Охуеть, бля, понял, бля! Здорово, Вечный. Рад, что ты жив. Да еще и заглянул к нам на огонек. Заскочи, поболтаем. Очередное дельце наклюнется. Почему ты это, Лёнь, пишешь? Я же понял, что мне на юг сказали идти. Почему ты это написал вообще?
Подожди, это не наш лагерь. Какого хуя мы вообще сюда идем? Сейчас наткнемся, блядь, на какую-нибудь орал, блядь, дебилов. Чё ты, блядь, лезешь ко мне, сука? Бесячая падла, блядь. Я недоумевал, потому что я не понял, где я нахожусь. Куда, блять, как вы, сука, идите нахуй? То есть теперь ты, блять, решил аптечку обычную использовать? Ты прям охуенен, блять, персонаж. Бандюки, они тут. Я тут не был. На, пиздос. А, это самое начало. Это там, та миссия, все. Не знаю, зареспаунились, может. Не знаю. Когда не играл в Сталкер, было. Зато все остальные, походу, играли. Сидят, меня тут учат, блять, как играть мне. Шики-брики в дамке. Само собой. Ты устал, у меня выносливости плюс 109, ты чё? Ничего. What the fuck? Вы-то, блять, откуда здесь взялись? Двое должно быть, по идее. Нет, вообще не лутал, что за ерунда. Идем или не пойдем? А чё я пошел сюда? Подожди, да, все правильно. К Сидорычу вернуться. Диванных экспертов вообще никак. Ни в одной игре. Кто там говорил по поводу денег за тупые вопросы? Давай еще за тупые предложения. Деньги собирать. Донаты за тупые предложения. Тут одичь какая-то началась, по-моему. Собаки бегают. Я тебе говорю, смотри, одичь началась какая. Тут собак не было. Они бегали вон там где-то наверху. Игра сложная, да. А кому бабки? В смысле? В смысле? А бабки идут на игры на PS4. Угу. Да. Что-то восстановилось все. Здорово.
кончится скоро. Как душевно-то! Музыкант из тебя еще тот. Кто это сейчас сказал? Кто это сейчас пизданул? Сейчас убью нахуй. Чувак старается, а вы тут, блядь, талант не можете оценить. Ладно. Петушилы. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Петушилы, не? Так. Чем мы мутим? Дальше сейчас. Тот, который слева. Ну, здорово. Здорово. Ну чё, был в X-18 документ, принес, был, вот они. Так, ага. Вот это очень даже интересно. Расскажу, не поверят. О, как. Ты смотри, даже и не предполагал такого. Как все запущено-то. Ну ладно, держи обратно. Это все нужно отдать бармену. А тебе за труды причитается. 1000 денег. Я по поводу задания. О. Я что-то какое-то задание выполнил, да? Какое-то давнишнее. Хорошо. Возьму у тебя. На всякий случай. Так, денег у тебя бесконечные. Так вот. Ёпт. Что мне не нужно? Так, торгуй. Неплохо. Вот так бы всегда. Сейчас разберемся. Тупой вопрос. 50 рублей нормально? Да. Да, нормально. Очень даже хорошо. Не, ну вот это, конечно. Нет, подожди, не это. Вот это. Вот это можно продать. Это то же самое, только 400, да? А здесь 600. Охуеть. Плюс 600 здоровья, минус 10% удар, разрыв, пулестойкость. Вот эти два можно продать. У меня тут один надет. Хотя нет, подожди, что мы его продавали? Я тебе так место будет ценить. Это не крупль. Тут, короче, смотри. Помнишь вот это? Помнишь вот это? Минус 30 радиация, плюс 100 кровотечения. Минус 133 кровотечения. Вот это продам, короче, сейчас. Чтобы место не занимало. А, где оно? Нет, вот это, да? Неплохо. Хороший товар. Само собой, я же его принес. Вот так бы всегда. Надо покушать. Есть что? Покушать. Ну, удачной охоты, сталкер. А что будет, если я не буду кушать? Вообще просто где этот показатель того, что я хочу кушать? Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. А чего я как-то слышал? Кино американского насмотрелись или крышу сорвали. Стоит как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает. Он тебе про хабар. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед. Слышь, Гена, клей, блядь. И средних хабара. Налево. Кабаки, девки и хабара до фигища. Ну, он подумал, подумал. Семён Слепаков, блядь. Думает, что-то я про это слышал.
Дай хавку какую-нибудь. За 100 рублей батон колбасы. Вот так. Согласен. Всегда. Готово. И как вы, блядь, не научитесь? Так. Чё по вес? Я пока это... Лампочки. Интересно. Так. Ну, когда у тебя ноль, то хули бы и не носить-то это. Я хотел. Неплохо. Вот так бы всегда. Всегда так не получится. Нормально скинул вес-то сейчас. Теперь рыб, что ли, сделаем? А у меня что-то какое-то задание-то есть, ну? Что-нибудь такое? Что дальше-то делать? Бармену идти и документы нести, окей. Хорошо. Что за броня вторая? Ну, я нашел ее только недавно. Монолитическая, да. Сейчас кончится у меня эта броня.